Давай. Дышим. Я не могу. Давай, дышим. Быстро успокоились вдвоем. Что ты? Ты что, прикалываешься? Из-за вас, потому что чуть не убился. Что вы там устроили на вилле? Убился? Угомонись ты. Завтра буду с тобой по-другому разговаривать. Давай, черный метр, давай. Какашка вонючая. Кто убился? Кто бедная рядка, сука старая? Я, блин. Я тебе говорю, на своей вилле чуть не убился из-за вас. Иди спи. Купи. Иди спи. Ты сейчас я тебе сказал. Блин, Кашка вонючая. Ну, что еще скажешь? Ну, давай. Что еще скажешь? Завтра, сука, с тобой по-другому поговорим. Что еще скажешь? Офигели. Вы что устроили? Я говорю, палец я чуть не сломал. Я чуть не убился из-за вас. Что за фигню сделаешь? Купин, что за фигню сделаешь? На новой вилле. Что за фигню ты делаешь? Слушай меня. Нажралась. Иди спи. Кроме комната Безуса мы не пристали нигде. Прикалывайся. Там вся вилла белая. Алло. Я тебе говорю! Купин, пожалуйста. Пойди, Купин, сука, спать! Купин, я тебе пожалуйста. Серьезно говорю! А что скажешь? Купинь, ты что, шутишь? Потому что... Послушай меня, может... Устроили! Человеку-то хи... Что скажешь? Устроили. Не надо говорить, что устроили. Во-первых... Тут говорят, что вы вдвоем это все делаете. Конечно! Я головой упала и как будто на миг сама пропала. То есть, когда они вот так вот на меня надо мной стояли, я на миг как будто отключилась, потому что быстро все как-то, я даже не поняла. Я облила ее соком, чтобы она успокоилась. То есть, я вот так ходила с соком, нет, с коробкой. Это нормально, ты ничего я такого облила, не сделала. И да, говорю, замолчите обе, они на меня, я говорю, замолчите обе, и они на меня налетели. Обе. Настюха, и Болецкая мне сейчас доказывает Туэль, я просто не буду... Блин, Бес, брат, ну пожалуйста, ты такой грязный! Зайди. Я не буду ее завтра выгонять. Я, думаю, я что... просто позвоню Бузовой и спрошу. Нет, не позвони Бузовой, в твоем полном праве есть черная метка. Черную метку проси, ты что? И все. Проси, агитируй за черную метку, потому что Болинская мне сейчас стоит и доказывает, ты что, ты что защищаешь Ряску, кто на нее накинулся, Я говорю, а кто накинулся, они вдвоем, я думала, что я сейчас задохнусь. Человек просто пытался вас охладить, облиться, но я не стала им доказывать, я говорю, хорошо, пускай ваша правда с вами, я даже не буду пьяным людям доказывать что-то.